Всем привет! Проходим дополнение к игре Снайпер. Небо сегодня красное. Старая миссия. Но только на западе. Добро пожаловать, господа. Ваше задание было успешным? Издеваешься? Это была гребаная ловушка. Нужно выяснить, где он находится. Этот сукин сын не должен уйти. Я знаю кое-кого, кто может знать, где искать Сантану. Как мы его найдем? Думаю, я могу помочь вам с этим. Он дал какую-то штуковину, похожую на флешку. В каньоне находятся две сторожевые вышки. Каждый часовой может включить тревогу. Сначала нужно разобраться с тем, который на вышке сзади. Хорошо. Посмотри вниз, под мостом еще должны быть. Под мостом. Под мостом лодка. А, вот, вижу, двое ходит. Прекрасно. Замечательно, а того-то убрать? Или нет? Сразу теперь у нас проблемы. Нет, так дело не пойдет. Почему он увидел? Может, надо сначала тушку убрать. Ау. Четко. Никакой сирены. Путь свободен. Мост сейчас так и кажется, что рухнет. Жух! Тянем, потянем. Вытянули репку. Две вышки. На, попробовать убрать. Вот сейчас нормально. И значит, тот первый на вышке видел, что убирали другого с этой вышки. Поэтому была сирена. Тайлер, у нас дополнительное задание. Что? Опять? За мостом грузовик полный пушек. Нужно взорвать его. У нас планировалось незаметное задание. Придется это сделать незаметно. Заберешь в лагере у реки взрывчатку, взорвешь грузовик. Ясно, я пошел. Осторожнее, в лагере полно солдат. Взорвать грузовик. Да легко. Ай-яй-яй. Теперь у нас проблемы. Ай-яй-яй. Кто увидел? Тут никого не было, но почему-то кто-то увидел. Ну, полоска еще. А нет, хотел сказать, не красно. Сюрприз! У него там одна каска осталась. Эх, застрял. Ну, это ладно, аптечка. Кажется, никого больше не осталось. Надо подняться в дом
и взять там взрывчатку или что там есть. Ты последний был. Блин, понастроили тут каких-то лесенок. Да что такое, застрял опять. Греются у костра. Мимо них не пройти, придется убрать. Давай одним выстрелом. Может получится. Не получилось. Пойдем дальше. Куча гранат. Я слышал, кто-то здесь керкает. Наверное, это он единственный тут стоит. Никто не бежит на выстрелы. Все глухие. Скоро на дамбу выйдет вражеский конвой. Найди укрытие и жди сигнала выдвигаться. Нормальное место вроде. Да-да. Отлично просто. Надо на мост перебраться. Едят не. Они никто не видит. Внимание, охранник слева. Воспользуйся платформой справа, живее. А чё? А я по-другому хотел. Подтверждаю. Ну, езжай. Хорошо, пошел. Он заподозрил. Нет. Опять аптечка. Вы же не будете тут оглядываться? Я же знаю, не будете. Готово. Отличная работа. Просто шикарно провернули отдельца поход через мост. А вот грузовик. Грузовик полетал. Левее есть хорошая обзорная площадка. Может, сможешь снять кого-то из них? Комендант, встань на 2 часа. Тебе придется проскользнуть в лагерь с тыла. Готовься карабкаться. Где комендант? На 2 часа. Тут двое торчат. Третий на вышке.
Вам один там наверху. Ну давай поснимаем. Может, паника не будет у них? А, вон они двое стоят. А, каска не отпала. Они вроде разговаривали, или нет? Но почему-то он не заметил, что у него там первый упал. Чик. Вот же лесенка. Как он громко зевает. За 100 метров слышно. Наверное, был он, который зевал. Щу-щу-щу. Они тут все по одному. О! Даже не ожидал, что попаду. Я пробрался. А вон двое. Он не попал. Да дерьмо, блин. Где та красная точка? Иногда не срабатывает. Даже когда на красная точка на цели. Понятно. Разберемся. Где вышка? Жух. Постарайся проскочить незамеченным. А куда скакать? Сквозь дома. Никто ничего не заподозрил, как обычно. Часовой. А он все равно не повернется. Часовой устал и лег отдыхать.
тобой три солдата. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos. Вижу. Como quieras. Bueno, ¿y qué te parece el email? Es buena arma. Но они мне нужны, чтобы пройти. А он еще три. А? Опасно. Чуть не спалили. А как вот перебраться сейчас? На ту сторону. Вы ничего не видите, вы заняты там своими делами. Опасно. Полоска заполняется иногда. Блин. И всюду солдаты стоят. Так, тут нормально, а тут ненормально. Мне кажется, надо убрать его. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿No te imaginas la cara que puso? ¿Cómo te miraría? Слепые какие. ¿Conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Ближе к забору. На 10 часов 3 солдата. ¿Qué me dices? Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. На 10 часов. На, вот этого, на вышке убрать. Ох, на месте. Почти. Бульк ногами зацепился. Я уже тут весь лагерь вошел. Зараза, теперь у нас проблемы. Че это было? Обнаружили или че? Как так? Такого не может быть. Блин. Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. Может, посюда? Зараза, теперь у нас проблемы. Да что такое? Этот что ли сзади видит? Точно он. Во. Он теперь нормально будет. Теперь можно пешком идти полный рост. По периметру прошелся, теперь куда-то опять подниматься. Dice,
Hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿Te imaginas la cara que ella dice? Hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. Tiene una hermana. ¿Te imaginas la cara? Deberías traerla por aquí un día. ¿Cómo te miraría? Los presento y me das un cigarrillo. Año y dos. ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Y yo le diré, vamos, nena. Los presentas y me das un paquete. O Judas de Leste. ¿Qué me dices? Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿No te imaginas la cara que puso? Y ella dice, hoy no, ya no estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿No te imaginas la cara que puso? ¿Cómo te mira bien? ¿Qué te digo? ¿Conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Tiene unos problemas. Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Ah, нет, нельзя. ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Los presento si me das un paquete. ¿Qué me dices? Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, вот покуда надо. ¿No te imaginas la cara que puso? Их не надо убирать. Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿No te imaginas la cara que puso? Вот так заметили. Тут такие дикие заросли. Дичайшие заросли и увидели. А бывает из-за тоненькой палочки не видят. Ну блин, залазь. Как так? Ой, но я стою. А, бежать, наверное. И я le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿No te imaginas la cara que puso? Тебе придется взобраться по лестнице. ¿Qué te digo? ¿Conoces a su hermana? Tiene una hermana. Poliana. ¿Podrías traerla por aquí un día? Te diré. Los presento si me das un paquete de cigarrillos. Ah, ya уже здесь. Y ella dice, ой, no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿No te imaginas la cara que puso? А у него глаза открытые. Он, наверное, не спит. Выкладывай, где Хесус. Я не понимаю, о ком вы! Говори. Прекратите! Ладно, ладно, все расскажу. Сантана встречается с кем-то важным. В особняке к северо-востоку отсюда. На той стороне реки. Пушка. Спасибо. Не успел он ничего сделать. Ну ладно. А миссия пройдена. Точность 81%. В голову 6. Ну на этом у меня все. Комментируйте. Всем пока. До новых видео.